Вот от одного названия вот прям чувствуется, как автор открывает пространство, вот этот огромный путь к познанию этого влечения сердец. Чувствуется, насколько искренне вот он проходит этот путь. Вот, показывает на быстротечность нашей жизни к тому, что на самом деле к чему тянутся к вечному люди, да, к чему, ради чего мы есть. То есть эта песня настолько глубокая, она, я знакома уже долгое время с ней, и каждый раз, когда ты ее прослушиваешь, она открывает совершенно новые какие-то инсайты для меня. То есть каждый раз по-новому ты смотришь, да, на некоторые вещи. Песня такая целетворяющая любовь, вот этот неизменный путь в жизни, искренность слов, да, и каждый раз задумываешься о вечности, к тому, вот, к чему тянется наше сердце.